Так, 26 сентября 2020 год, Харьков. Сегодня ночь, международная ночь наблюдателей Луны. Есть даже такая. И вот это ровно та самая Луна. К сожалению, у нас дичайший ветер в Харькове до 10 метров. И пришлось мне забраться в какую-то яму. Строительную. Просто чтобы хоть чуть-чуть спрятаться от ветра. Поехали, слетаем к нашей замечательной красавице. Она еще только встает. Сейчас попробую наверх, хочу посмотреть, как там у нас на линии терминатора и на макушке Луны. Вот эта красота. Мне нравится. Да. Да, пока через плотные слои атмосферы земной смотрим на Луну. Но я здесь собираюсь еще часик поторчать, может еще МКС поснимать. Будет как раз над нами пролетать 19:38. А сейчас посмотрим на Сатурна. И на Юпитер. Вчера они были красиво так расположены. Луна была между... Ух ты! Смотри, какая краса. Да, еще видно, рябь это как раз из-за... Ну, сейчас резкости. Из-за того, что плотные слои атмосферы земные нам мешают хорошо смотреть. Очень. Даже не то, что нечистое небо. Оно вроде без облаков, но грязно, натурально. Видно смог этот городской. Пыль, наверное, ветром поднятая. Ладушки, подождем, пока Луна скарабкается повыше. Подальше от городского смога. А посмотрим пока. Наверное, на Юпитер, может, в Сатурна не попадем. Ну, хотя, что не попадем, вон они красавцы. Слева Сатурн, справа Юпитер. Но Юпитер уже снижается к горизонту, и поэтому начнем с него. У него уже спутнички должны смотреть вниз направленными. Да, вижу вниз. Так, ты где? Ты вот. Ой, ветер и до сюда достал. Так, справа это у нас спутник Европа. Ребят, трясет это ветер. Все-таки достает чуть-чуть сюда. Европа. Его спрятан сейчас за Юпитером. Потом идет спутник Ганимед. Слева от Юпитера. А где Каллисто? Каллисто где-то был далеко слева. А вот он лез в кадр слева. Каллисто. Ну, ладушки. Зафиксировали. Пошли посмотрим на Сатурн. И поснимаем все то же самое на других настройках. Делаю обычно по 4-5 дублей. На разных настройках светочувствительности. И потом смотрю на результат уже на большом экране, а не на малепусеньком этом. Да, вот тут еще даже не горизонтально эллипс расположен, колец Сатурна.
все еще вверх рвется. Сатурн. До Сатурна 1 миллиард 435 миллионов километров. До Юпитера 717 миллионов километров. И поехали к Луне, как финишный аккорд. До Луны 690 тысяч, 389 тысяч километров. До нашей раскрасавицы. Да, вчера она между Юпитером и Сатурном, как будто новосел, не могла выбрать, к тому поближе быть или к тому поближе быть, какой сток сена. Сейчас будет за деревом прятаться луна. Вот это тоже листва деревьев в кадре появляется. Да, ветерочек нам, конечно, ночь наблюдателей за Луной подпортил. Ладушки, будем смещаться, чтобы деревья на меня закрывали обзор. 19-13 по Киеву, так скоро МКС уже будет.